Доброго времени суток, господа сталкеры! Как насчет небольшого, но объективного теста бронешлемов, представленных в игре Stalker Online? В этом видео не будет моего долгого монолога. Я просто предлагаю вам посмотреть сам тест, а в конце видео ознакомиться с его итогами. Хочу заметить, что в тесте делается акцент именно на различиях по защите головы от пулевых попаданий между образцами. Поэтому внимание на том, какое именно оружие использовалось в тесте, заострять не стоит. Все шлемы, представленные в данном тесте, разумеется, имеют стопроцентное состояние. В качестве подопытного нам любезно предоставился игрок под именем Джен Юэн. Давайте приступим к тесту, и для его чистоты и понимания, какую защиту обеспечивают бронешлемы, для начала произведем несколько выстрелов в незащищенную голову игрока из АК-74М с использованием разных боеприпасов.
Итак, тест произведен и пришло время подвести итоги. Для большей наглядности вы можете нажать на паузу и ознакомиться с таблицей урона. Имеем мы следующие результаты. В общем и целом, разница в защите от пулевых попаданий между образцами вообще незначительная и составляет буквально всего 10-15 единиц. Со значительным отрывом уходит вперед бронешлем К6З или К6-3, как его привыкли называть, забралом. Но только при использовании обычного типа патронов. А данный тип патронов в боях, как вы знаете, используется крайне редко. Или не используется вовсе, ибо большая часть попаданий приходится на корпус, защищенный бронежилетом. Кроме того, хочется обратить внимание на то, что экипированные бронешлемы также обеспечивают некоторую защиту неприкрытых участков головы. И это говорит о том, что зоны урона работают не совсем корректно. А может, это было и так задумано. Ведь это теперь аркада. Благодарю за внимание.